Морковочка по-корейски или, как у нас в народе говорят, морковча. Корейцы, наверное, даже не в курсе, что такая морковка существует. В общем, килограмм морковочки и полетели. Ну все, морковча натерта. Теперь буквально пару специй и все готово. Девочки, все очень просто. 2 столовые ложечки сахара. 0,5 столовой ложки соли. Сюда же. И теперь это не мять, а просто легонечко, вот так вот, знаете, как вот перемешать. Теперь добавляем специи, девочки. Кориандр, острая паприка, потом сладкая паприка, перец черный и немножечко имбиря. Попробуйте, он такой пикантности добавляет. Сюда это все. Сюда же чесночок. Все пропорции, девочки, я пропишу в описании к видео, поэтому там все будет. 2-3 столовые ложки уксуса, это, как знаете, по вашему вкусу. Масло подсолнечного. И теперь нашу смесь чистыми ручками, девочки, берем и вот так аккуратно-аккуратно перемешиваем. То есть не надо его там жевать, мять и что-то с ним делать непонятное. Просто аккуратненько, нежненько, нежненько. Я делаю это руками, потому что мне руками удобно. Мне так проще, я так чувствую. Вы можете и ложкой перемешать. Морковочка, видите, уже и сок пустила. Буквально немножечко ее так помассировать. А теперь эту морковочку в какой-нибудь лоточек и в холодильник. Буквально через час уже можно есть. Да ее, в принципе, сейчас можно есть. Она очень вкусная. Но сейчас она чуть-чуть простоит, помаринуется. И будет полный отпад. Боже, какая вкусненькая.